Какую цену вы готовы заплатить за чистоту? Для жителей многоквартирных домов услуги по вывозу мусора включены в квартплату. А вот владельцы частных домов зачастую пренебрегают не только экологией, но и комфортом соседей, предпочитая не заключать договор с мусоровывозящей компанией. Сегодня ситуацию в данной сфере регламентирует областной закон номер 37 от 1 июля 2016 года. За нарушение предусмотрены немалые штрафы от 5 тысяч для физических лиц до 500 тысяч рублей для должностных. Тем не менее, следовать букве закона спешат далеко не все. Типичная картина нарушений в городском поселении Свердловский, где большая часть территории отведена под частный сектор. Несмотря на то, что сотрудники Госадмтехнадзора уже не раз наказывали частников, многие так и не поняли, что гораздо выгоднее заключить договор. В зависимости от объема накопления мусора, то есть от количества жителей, в среднем эта сумма 250 рублей в месяц. По данным мероприятиям, направили уведомление о явке в территориальный отдел лицам, которые отказывались заключить договора на вывоз мусора. Информацию нам представила администрация городского поселения. К данным лицам будут применены меры административного воздействия, выдано предписание. Паркуюсь, где хочу, еще одна проблема поселения. Оставленные на газонах машины – частое нарушение. Несмотря на появление новых бесплатных парковок, автомобилей в неположенных местах все равно много. В 2016 году мы завершили работы и построили очень много парковочных мест, парковок. Мы благоустроили улицу Набережную, дома 15, 11, 14. У нас появилось более 100 новых парковочных мест. Автомобили фотографируют, отправляют запрос в ГИБДД на предоставление информации о владельцах, а дальше штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Сумма будет расти в случае повторного нарушения. По данному адресу неоднократно выходили, фиксировали эти транспортные средства. Сегодня также те транспортные средства, которые размещены на участке с зелеными насаждениями, будут привлечены к административной ответственности. Марина Позднякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».